Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Этот график четко показывает нам, как биткоин может вырасти до отметки в 1 миллион долларов и даже выше. В сегодняшнем видео я расскажу вам, почему я считаю это вполне вероятным. Также мы поговорим об акте и рекордных объемах, которые находятся практически на all-time high. Это также может быть очень позитивным сигналом для биткоина в предстоящие месяцы. Начнем с БАКТ. Объемы БАКТ, несмотря на скучные движения цены биткоина, по факту растут, причем достаточно хорошо. В начале, после запуска БАКТ, все говорили о том, насколько низкими были объемы, мол, этот БАКТ оказался никому не нужен и так далее. Но как мы видим, именно после большого всплеска курса биткоина, объемы БАКТ резко выросли и продолжают удерживать эту тенденцию. Как мы понимаем, интерес институционалов к этой площадке начинает расти. Я думаю, это очень позитивный знак для быков. А значит, все больше новых денег начинает вливаться в этот рынок. В перспективе это может перетечь в так называемый эффект снежного кома. А значит, криптовалютный рынок получит больше внимания, так же как и биткоин. Все это может привести к новой волне людей, которые захотят покупать биткоин. Поэтому, когда мы увидим похожий всплеск цены на 40% вверх, как вот здесь, да еще всего лишь за 24 часа, то безусловно, средства массовой информации начнут говорить об этом и писать большие яркие заголовки, а объемы торгов на БАКТ начнут расти. Это, конечно же, увеличит интерес к биткоину. Прошу заметить, что предыдущий резкий рост объемов БАКТ произошел в тот же день, когда биткоин резко подскочил в цене. А теперь я хочу показать вам эту долгосрочную модель цены биткоина. Фактически здесь мы видим то, что называется stock to flow ratio. Также заметно и то, что график цены биткоина уверенно следует этой кривой траектории. Причем я должен заострить ваше внимание на том, что цена биткоина хоть иногда и отстает от этой траектории, но всегда на каждый случай халвинга возвращается к ней и почти идеально ее повторяет. И если мы взглянем на дату следующего халвинга, который будет иметь место уже через приблизительно 190 дней, то мы видим, что исходя из этой модели, цена биткоина может торговаться около 100 тысяч долларов на протяжении 1-2 следующих лет. Предыдущий халвинг в этой модели должен был ставить курс биткоина на приблизительно 10 тысяч баксов. Но как мы можем заметить, биткоин иногда выходил выше кривой траектории, но всегда прилипал обратно на значительно коррекциях. Поэтому, хотя модели показывают, что второй халвинг так или иначе должен, хоть и не сразу, привести биткоин к отметке в 100 тысяч долларов, мы можем ожидать движения биткоина к верхней границе этой радуги, даже до 300 тысяч долларов, после чего будет сильнейшая коррекция, которая возвратит биткоин к отметкам в 100 тысяч долларов. Так же, как и было в прошлом. Следующий же халвинг, который случится уже в 2024 году, судя по этой модели, может привести биткоин к миллиону долларов за монету. И как я уже множество раз говорил, я верю в то, что рано или поздно это произойдет на протяжении 10-15 лет. Очень надеюсь, что я до этого доживу и не откину копыта преждевременно. И эта модель, ребята, показывает, что это не просто утопия, а реальный шанс и возможность. Я бы даже сказал, что это просто неизбежно, потому что мы никогда еще не имели подобного класса актив. Людям придется купить хотя бы немного биткоина, ведь это самый дефицитный ресурс на этой планете. Все дефицитное всегда приводит к большому спросу. Миллион долларов за биткоин – это реально. Если вы считаете так же, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. Зарабатывайте. Но берегите здоровье. Меня зовут Богатейший Ди. Скоро увидимся. Пока. Но как мы можем заметить, биткоин иногда выходил выше кривой траектории, но всегда прилипал обратно.